Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Подписчиков особо приветствую, ну и все, кто случайно зашел. Сижу я тут, значит, уже дня 4, рисую вот такую картинку. И думаю, что это я тут одна-то рисую, надо вместе с вами хоть как-то показать, чем я еще кроме точек занимаюсь. Я, кстати, очень многим занимаюсь. Вот. Наверное, многие знают вот такую технику, как раскраска по номерам. Она меня всегда завораживала, но не из-за того, что прямо это, вот хочется прямо раскрасить, но я рисовать хочу. Ну, ума-то не хватает все равно, чтобы вот взять кисти. И вообще-то надо идти и научиться. У нас сейчас даже есть для пенсионеров, бесплатно нас обучают, можно идти. Но у нас же время, вот за моей спиной дед лежит вот в данный момент. Если дети выросли, внуки уже подрастают, так родители у нас в таком возрасте, который тоже присматривать надо, досматривать, и все время не хватает, вечно не хватает времени. Как время появится, как будто, казалось бы, время появится, потом что-нибудь еще. Так, значит, я летом заказала два набора. Один, значит, вот такой, 40 на 50, по-моему. Он уже сделан как картина. Вот, уже рамка здесь наклеена, все, значит. И можно сразу нарисовать и на стенку повесить. И вторую картинку тоже еще заказала, ну, вместе с этим. Думаю, если мне понравится, то я потом еще закажу. Вот это лежало мне, наверное, с июля месяца. Я все ждала зимний период, когда совсем нечего будет делать. Я обязательно начну раскрашивать. Вижу, что такие картины люди раскрашивают там за месяц. Ну, так подходит на полчаса, на часик. Ой, у меня же, как я кисть в руки взяла, так у меня прямо вот такое желание появилось огромное. Как будто я заправдышный художник и сижу рисую картину. Хотя я ее просто раскрашиваю. Вот такая была заготовочка, это подсказка. Вот, если видно кому. Все здесь циферки, 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 циферки. Ну, это рассказываю я тем, кто даже понятия не имеет, что это такое. Многие, конечно, знают. И набор красок, которые тоже под номерками. Вот. Видите? Номера. Видно, не видно? Я не вижу, что показываю, даже как там смотрится. Вот, и выискиваешь вот цифру 20, например, вот этой краской, и закрашиваешь. Все двадцатки закрашиваешь, все троечки закрашиваешь. И так получается у нас картинка. Вот в данный момент я уже раскрасила 2/3, наверное. 2/3, наверное, осталось мне только цветы. Будет картиночка, это вот такая. Большой нету, вот такая у меня будет. Букет маков. В вазе стоит на столе и у открытого окна. Ну да. Даже сама не знаю, чего я лишь на подоконнике стоит букетик этот. Вот в данный момент он смотрится вот так. За красный я еще не приступала. Зелень, голубизна только у меня. Вот. Ну, если по-честному, вот я могла бы чуть ли не за день ее раскрасить. Я просто растягиваю удовольствие. Меня так затянуло, что я очень расстроилась, что наступила зима. А зимой этот набор не выпишешь. Ну, почему? Выписать-то можно, но только все красочки замерзнут. Они придут уже, ледышки. Это я уже испытала. Не знамши, заказала контуры. Пришли не контуры, а... Ну, я показывала, что пришло. То есть вот эту картиночку я закончу. И у меня еще одна есть. Будет вот такая. Волки. Это мельче. Она по размеру меньше, эта картиночка. Так, сейчас я ее оттуда достану. Вот.
она мельче, но тут уже явно видно эту картинку. Вот эту изначально непонятно было, что на ней нарисовано, а здесь понятно, что здесь какие-то звери лежат, даже волки их видно. Но здесь настолько мелкие эти фрагменты, что это доступно только для тех, у кого очень хорошее зрение. У меня зрение для близи очень хорошее. Мне, чтобы посмотреть вблизи, я снимаю очки. Снимаю очки, кладу их рядом, и все, и начинаю рисовать. Так меня это затянуло, так мне это все нравится, что действительно я пожалела, что я купила всего их две. На AliExpress они по 300 с небольшим. Я купила в интернет-магазине в оптовом по 500 с чем-то были. Так что зиму я потерплю уж как-нибудь, а потом закажу уже весной, когда будет тепло, закажу несколько картин таких и уже на следующую зиму буду их разрисовывать. Вот. Вот такое у меня занятие интересное. Если кого-то заинтересовало или кому-то понравилась эта штука, заказывайте или покупайте. Кстати, они в магазинах почти везде есть, где концтовары продаются, карандаши, краски, ручки. Эти картины тоже продаются, я видела. Но здесь цена уже поболее, конечно, уже 700, 800, где-то по 600, если маленькие. Вот, а лучше, конечно, заказать в Китае, наш любимый Китай. Это вот даже написано «производитель Китай». Вот. Бывает, говорят, что краски приходят уже старенькие, густые или засохшие. Ну, слава богу, меня это миновало. Миновало. Все краски хорошие. И, кстати, их останется очень много. Потом они очень мне пригодятся в моей росписи, тарелочке или где-то что-то еще буду делать. Так что вот. Вот какой фигней я занимаюсь. Вот беру, например, 11-й цвет. Вот какая красочка классная. Снимаю очки. Они мне тут нафиг не нужны. И рисую. Вот тут 11-й. А, кстати, передо мной еще телевизор тут есть. Это за вашей спиной. Я включаю телевизор на какую-нибудь программу. Хотя тут мне уже не важно, какая программа идет, лишь бы фон был. И рисую. Вот 11-й. Вот тут 11-й. И вот так выискиваю. Вот тут большая площадь 11-го. Вам, наверное, уже здесь не видно, потому что сижу я в темноте практически. Вот только два светильника со мной работают на меня. Верхний свет у меня далеко. Там дедушка у нас лежит. Кстати, записываю и переживаю. Как бы каких звуков оттуда не поступило. Но слава богу, вытерпел. Он спит. Храпа не появилось. Ничего не нарушилось. Я сумела записать. Вот такую работу интересную сейчас для себя произвожу. Ну, действительно, мне очень-очень нравится. Как будто сама рисую кисточки. Кисточки здесь разные. О, телефон. Ну, все вроде рассказала, все показала, поделилась. На этом буду заканчивать видео. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Если понравилось, можете купить и наслаждаться. И наслаждаться как ну, в свободное от работы, от нашей суеты время. Мне кажется, рисование это наше все в нашем возрасте. Может, я и ошибаюсь. Кому как. Кто-то дрова
колет, ходит в свободное время, кто-то по лесу, кто-то на гитаре играет, вот, а мы рисуем. Ну все, до новых встреч. Решила еще раз подключиться. Вот такая картинка у меня получилась. Красота. Маки. Прелесть, правда? Как будто художник, как будто нарисовал. Ну все, еще раз прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.